Далеко-далеко от людского шума, в лесной чаще, есть мир зверей. А вот и я. У кого-нибудь орешки есть? Меня зовут Клаус, и я живу в волшебном лесу. Пойдемте, я покажу вам наш дом. Жил-был мышонок Клаус, умен, находчив, смел. И лучше всех тот Клаус играл, плясал и пел. Нужно испечь имбирное печенье. Да это проще простого. Выучи имбирную песенку, и будет тебе печенье. Без песен жить нельзя! Пока у нас в лесу не все благополучно. И как только не стыдно лесным зверям есть друг дружку. Так повелось испокон веков. Кто смел, тот и съел. Кто придумал, что салат повернет судьбу на лад? Для мышат салат сгодится, лисы может отравиться. Неужели звери едят друг друга? Такое бывает. Главный злодей — лис. Мышонок Мортон придумал закон. Да. Да. Итак. Спи, усни, милый мой. День уж выметен метлой. Лес ложится на покой. Но и ты глаза закрой. День поднимет паруса. Эти звери приготовили отличную историю. Вот и я! Волшебный лес. Смотрите в кинотеатрах.